перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Что поставил? Да, есть, вот там есть трекер. Вот так всегда, стоит запустить трансляцию, короче, поставить телефон на зарядку, как этот нигер говорит, дай посмотреть зарядку. Че, не насмотрелся еще? Вот я взял другую, посмотрел, походу тоже китайская. Тут просто розетка не работает. Все, у нас сейчас на связи, тут собирался один тип прилететь, вот, подлетает. Атланта, короче, на связи. Я обожаю своих атлантских друзей, они... Немножко того. Сейчас дождемся, пока он подключится, потому что что-то у него со связи. Yo, what's up? О, нет, сейчас опять будет это дерьмо. What about нормальный интернет? In 2019, like. Нет, еще есть. Я уже в 19-м не был. Нормально. Really fun. Потому что когда совместно... Russian niggas in the gang, 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 gang. Russians. Саня, как дела у тебя? I cannot... I mean, hearing you, man. Yeah, titty boy, what's up? Yeah, hey, Bob Duran. Hey, you got some teeth on your face. Yo, wait a second, boy. Dope Boys Club. Yeah. Gangster. Yeah. What's up? Let's talk about this. Yo. Жалко, Сай. Йо, смотри, у них их два, у них две псины. Что это за нигеры? Это мои нигеры. О, какой горячий совместный щит. Что ты за нигеры? Yo, my nigga, they cannot hear us. Пришлось удалить этого нигера. Очень жаль. Очень жаль. Очень жаль. Когда-нибудь, когда у нас в стране будет нормальный интернет. Может, у тебя дома хотя бы будет. Жак, привет, посмотри в директ, я тебе бит прислал. Алина Шарова. Меня сейчас слышно? Маленький ребят. Жак. Так это не такой маленький Жак. Это да нет, в смысле, у них у всех игра перевернута. Ребят, вы меня слышите? Пожалуйста, напишите «да», если вы меня слышите, потому что мне кажется, что очень сильно эфир тормозит. Очень сильно. Данил, о, все, трогай. Нормально. Вырубай. Может, я посмотреть хочу. Просто двойная нагрузка на интернет. Fuck this shit. So. Че, какие дела, ребят? Мы с вами так давно не общались, что мне уже кажется, что вы меня совсем забыли. Вот так. Йоу, Gorilla Beatworks. Ей, what's up? Летит плотный салют. Good music. Кстати, у меня их лого на шее до сих пор. Макс, айди, тебе уже, наверное, хочется забрать свой шей. Бам. Ай-лю-лю-лю-лю. Сделай сторис в честь Кемерова. Во-первых, я уже выкладывал сторис в честь Кемерова. А во-вторых, хотелось бы... Наверное, обсудить с вами вот этот вот, типа, лицемерный крик души всех и каждого, кто решил поучаствовать в этой движухе, но я не буду этого делать. Вот. Ты перевернешь игру, тебе трахнет игра. Фак. Жак смотрел Россию. Я Россию смотрю с рождения, брачу. М?
Мой мальчик, говорит Алина Шарова. Саня, ты это делаешь? Хуйлан. Привет, привет. Хочешь еще в Караганду? Я все время залетаю в эти эфиры, типа, в надежде, что увижу здесь хоть что-то интересное, но каждый раз, каждый чертов раз одно и то же. Да, я зайду в директ, когда трансу закончу, посмотрю все, что мне написали. Нурлан пишет, это Сонин бой, бич. Спасибо. Ступаешься за меня там. Привет из Твери. Привет из Твери обратно, кстати. Я... Братка, надо бы словиться. Надо, горилла, что делаешь? Если хочешь, залетай ко мне в гости. Прямо сейчас, я тебя жду. С удовольствием. Я хотел сказать, где я живу, бля. Опять. Господи, как я не могу привыкнуть к этой фигне, что теперь... Ого, Агеева Лена 7. Давай посмотрим эту девчонку. Мне кажется, у нее нормальный аватар. Ну, аватарка бывает нормальная, да. А что, у тебя там телефон? Алло, 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 да, ты звонил, напиши. О, Леся, здорово. Можно ли тебе нигерской крови? Когда мы с тобой договаривались о встрече, мы точно не рассчитывали на то, что ты будешь пить мою кровь. Сучка, какого хрена? Давай. Прими, пожалуйста, на трансу два участника. Саня, ё-моё. Я не могу, потому что у меня сейчас очень сильно тупит интернет, и если честно... О, мне нравится вот это сообщение. Какое? Эхуй. Эхуй. Полный эхуй. Ты кто, спрашивает меня Даня 256, а ты кто? Вот тебе снизу прям под твоим сообщением ответили, кто я такой. Yeah, SSSR gang, what's up? Жак, я адрес в директ кинь. Я, малыш, можешь, пожалуйста, с моей страницы из директа кинуть... Напиши мне сейчас что-нибудь в директ, и тебе сейчас пришлют адрес. Жак, спроси у Нигера, за сколько дней придет толстовка в НСК. Нигер! Нигер! Это он? Сань! Да он разговаривает, другой комнат. Ну, похуй, вернется тогда. Смотри, мне пишут, я твой Фунаки. Фунаки? Угу. Малышку дай мне. Какую? Ну, просто ему нужна малышка. Лицо помой, да, свое. Лицо помой свое, да. Рот свой помой с мылом, братишка. Канал на ютубе, плиз. Так, нигер, бам-бам-бам. Короче, пока что это все вот этот бытовой российский щит, ничего интересного. Здорово! О, боже! Артем! Это вот... Мы скоро увидимся. Да? Че? Что? Скажи, что не так. Говори. Ну, говори. Потом. Подождите 5 сек. Да потом. Давай, говори. Да там ничего интересного. А, понятно. А-а-а. Просто на твоем дне рождения было смешно. Как гангстер 90-х? Нихрена себе, чё. Он там так... Это я видел и помню. Жага, тебе никогда нет претензий по поводу цвета кожи. Это вопрос? Просто если это вопрос, то какого хрена стоит точка? А если это не вопрос, то какого хрена стоит А? Короче, про Европу вопрос пропустил. А что там было про Европу? У меня скоро будет тур по Европе. Ну, типа, европейский блок тура, насколько я знаю, там Таллин, Вильнюс, Рига и что-то еще. Как же она угарно смеется, говорит. Кто? Я? Больная сука. Ты ебанашка, говорит мне чел. Я? Да. Да нет, он мне говорит. А почему ебанашка? Потому что это вообще-то безродное существительное. Передай привет Гомелю. Привет Гомелю. Тур по СНГ будет ли? В Минске, надо. По-моему, уже даже есть дата концерта назначенная, но я не уверен. Я хочу... Слушайте, вообще проблема с турлистом небольшая. У меня уже давно он должен был выйти, но тут ввиду некоторых обстоятельств снова перекраивается вся сетка городов. И я так понимаю, что... В общем, пока мне вам нечего сказать по поводу того, где и когда я буду. Это очень тяжко. И мне грустно от того, что... Да, мне очень грустно. О, ты русский язык знаешь, говорит мне.
Короче, давайте так. Я буду мимо пропускать сообщения всех тех, кто заходит ко мне в трансляции впервые и кто заходит сюда случайно. И давайте все-таки побазарим по поводу того, что нас ждет. Во-первых, сейчас я работаю над вторым Дорианом Греем. В этот раз уже усиленно, потому что я разобрался со своим EP, который вы уже слушаете. Бам-бам-бам. А что курс тебе? Это Коваленко спрашивает, ублюдок. Почему трек «Сигналы» любимый? Блин, Нурлан, это удар под дых. Ты можешь меня это спросить и не здесь. Будет ли фит с Облой, пупс мой? Блин, Агеева. Лена, кто пожалуйста, это? Ты можешь зайти посмотреть? Я не смогла найти. Агеева, Лена, 7. Где? Просто напиши Агеева, Лена, 7. Как просто слышится, так и я пишется. Тут не вижу. Да напиши это в поиске, мамфака. Зачем ты смотришь мою трансу у себя в телефоне? Я если читаю, ты можешь ее смотреть здесь. Ну, ты же можешь смотреть. Я не вижу тут очень все непонятно. Бро, на юг собираешься? Как еще раз? Агеева, Лена? Почему Оуджи Мака записался с Кизару? У него что, совсем с баблом туго? Я не думаю, что это фит за деньги. Вернее, я уверен, что это фит не за деньги. Во-первых. Во-вторых, Оуджи Мака уже давным-давно не такой актуальный артист, чтобы вообще париться по этому поводу. Ну, поэтому? А в-третьих, я скажу так, что... 7 или сколько у них? 7. Просто 7? Агеева. Вот это? Да, вот это. И чё? Рязань. Понятно. Я просто хотел посмотреть, что это такое за место. Откуда мне пишут, что я... Не помню, как она меня назвала уже. Как ты относишься к Кизару и Фейсу? Угу. Как тебе клип Дикей? Пародия на Лизер. Я, кстати, вообще очень редко вижу всякую такую хрень, но сегодня, как ни странно, я наткнулся на этот щит, причем наткнулся на в каком-то паблике в Инстаграме VS Rap Battle.ru, как это так, кажется, называется. И чё? Не пожал. Там что-то про набитое ебало пели, как обычно. В общем, ну такое, типа тинейджерское, максималистичное дерьмо. Так... Бой Хабиба жду, пиздец. Как тебе трек Узы Моба? Узы Моба, мне понравился припев. Прикольный, тупой, но прикольный, он качает. Как тебе ваш трек с Яни, нравится самому? Слушай, ну такое, мне нравится его вайб. Это вайб тех времен, когда большинство из тех, кто мне сейчас пишет, даже не родилось, скорее всего. Это так, такое, как же это называется-то? Ну, это не G-Funk, но настроение... Вот у меня вызывает этот трек такой же, как от G-Funk'а в свое время, да. Фейс и Кизару. Я к Кизару отношусь предвзято, поэтому не готов свое мнение никак озвучивать в данную секунду, в связи с тем, что все-таки я был с ним знаком ранее. В принципе, мне было, наверное, лет 20, когда мы познакомились, может, 19. И он у меня вызывал очень... положительные эмоции, пока, в общем, пока не уехал в Испанию. Давай вот так. Ты считаешь себя лучше других рэперов? Я не считаю, что, в принципе, кто-то лучше, кто-то хуже, потому что, особенно в русском рэпе, типа, у нас игра не такая обобщенная, как в Штатах или где-то еще, и у нас все равно один хрен, каждый тянет одеяло на себя, и у всех, типа, у каждого своя индивидуальная игра. Соответственно, я могу лишь говорить о том, чье творчество мне нравится, чье творчество мне не нравится, чье творчество я вообще не считаю творчеством, и т.д. и т.п. То есть более какие-то... Кто ты? Можно, пожалуйста, прекратить спрашивать... кто я, потому что это похоже на то, как, прикинь, если бы ты пришел ко мне в гости, типа, ты спросил, ты кто? Ну, типа, что за дерьмо? Ты уже здесь, ты уже смотришь мою трансу, сиди и слушай, если ты не знаешь, кто я, то перейди на мой профиль, и ты увидишь, типа, в моей странице Инстаграма все, что тебе нужно знать. Какого хрена? Ебать ты еблан, боже, говорит мне... Угу. Coco.pinch. Мне очень хочется посмотреть на ее страницу, если это вообще девушка. Если это пацан с бабской аватаркой, то можно вообще забить его. Так. LG в новом альбоме пытается копировать LG? Тебя в плане стиля и звучания. Я не слушал новый альбом LG и даже не буду это делать.
Заебал игнорить хорошие вопросы. Есть что дунуть. Сейчас подъедем. Укупишь вот это что? Угу, дай-ка я посмотрю. Сейчас, подожди секундочку. Я очень хочу посмотреть на девушку, которая говорит мне, что я еблан. Просто мне интересно, что она читает. Искупление дьявола. Какого хера? Слушай, ну удивительно, потому что у нее местами типа вид такой адекватный, но походу я ошибаюсь. Но чувство стиля у нее есть. Но тут ты слышишь понятно. Трек? Что это? Твой трек. Или нет? Это Джакали. Мне показалось сначала. Это Лейла. Ты бы вдул Ники Минаж. Это вопрос? Да. Почему нет знака вопроса никогда? Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ты еще не забыл, как зовут эту суку? Какую именно? Ту забыл опять, кстати, она мне писала недавно свое имя. Про которую песня, видимо. Так, ты бы вдул Ники Минаж. Этот вопрос мы уже разобрали по полочкам неоднократно. Леся спрашивает, не думал ли я о пирсинге на лице. Я думал о своей сперме на твоем лице. Так. За кого болеешь? За Хабиба или Макгрегора? Я болею за... Леся, не обижайся, ты же знаешь, я любя. Я болею за... Блин, что за тупой вопрос? Конечно, я болею за Хабиба. Блин, я даже затупил на моменте. Мы я тебя люблю, говорит Руслан. Так прекрасно. На самом деле, да. Бля, вот иногда нечаянно ставлю знаки вопроса. Мудак, говорит мне Алина Шарова, 1006. Очень интересно. Блин, всегда пытаюсь как-то адекватно пообщаться с людьми, типа поговорить о чем-то. А они тебе пишут? Они пишут, да нет, они просто, блядь, те, кто пишут что-то нормальное, теряются в сотнях сообщений. Всякого дерьма, типа, хуй. Тебе нравится творчество Бонс? Бонс очень концептуальные ребята, мне не очень по душе атмосфера, в которой они работают. Но просто потому, что, типа, я другого, наверное, склада психологического человека. Но в целом, да, это имеет место быть очень интересно. Приезжай в Крым. Как относишься к обладает? Нормальный тип, очень хороший парень. Немножко замкнутый в себе, как я наблюдаю уже несколько лет. Но, тем не менее, красавчик. Дерьма никому не делает, это уже хорошо. Жак, жду совместку с Локи Мином. Она уже, в принципе, в работе давно, но ввиду некоторых технических неполадок, так сказать, в общем, нам, видимо, нужно будет вернуться к работе над этим треком. И снова... Смотри, Леся намекает на то, что нас ждет тройничок. Чего? Леся намекает на то, что нас ждет тройничок. Видишь, что пишет? Мне нравится твоя девочка. Хорошо, кто это? Это девочка, у которой очень... Да, в общем, чем-то она мне, не знаю, тебя напоминает. У вас есть что-то общее, но я тебе потом скажу, что... Я тебе рассказывал уже. Так, тебе... Как тебе XXXTentacion? Прикольный тип, креативный, напездал. Он как бы типа вообще фриканутый на голову. Да. Он дочь, естественно, с мамой. Брат Асанга, 10 тысяч салык же, блядь. Потому что ручки холодные. Потому что прохладно у нас. Закрыть окошко. Да, было бы шикарно. Давай возьмем двухместный Астон Мартин, бутылку виски на двоих и прочих новостроек. Эй. Давай возьмем двухместную копейку, бутылку водки на двоих и прочее от хрущевок. Спасибо большое. О, конечно, Дензел Карри. Как тебе ты кажешь, 69? Он меня бесит. Жутко бесит. Да, я был в Баку, там шикарно. Я очень хочу вернуться в Баку снова и... Бля, меня в ступор вводят некоторые
Подожди, подожди, подожди. Пофиг, я хочу взять эту лестницу. Пиздец, теперь мне интересно, что ты рассказывал про меня. Леся, я не помню, что он про тебя рассказывал. Мне тоже интересно. Ничего, я думаю, у вас будет время друг другу рассказать все о себе. Если только у вас рот не будет занят. Так. Бутылку чати на двоих. Да, нормальное дерьмо. Давай дружить, говорит мне Эл Насеткина. Насеткина. Если это ее реальная фамилия, то она очень даже говорящая. Настоящее имя Гитлера — Адольф. Я не понимаю, что еще он хотел. Шекельгрубер — это его фамилия настоящая, а не имя, дружище. Так, вот, ура. И тебе привет, девка. Когда клип на Люли? Клип на Люли в монтаже. Мы ждем, когда закончится монтаж над клипом. Когда будет трек, Софи? Как тебе песня Duck Till Dawn? Я не знаю. Трек Нига. Юрий будет, дуй, будет Юрий. Понятно, когда к Дудю, go эфир. Кстати, надо посмотреть, кто нам стучится в эфиры. Так, сейчас чекнем. Да бесполезно. Думаешь, у нас нет бы тупить? Да, я не думаю, я да. Ну, тогда же не тупил с Кейфстоном. Косички, я косички делаешь у одного и тоже визажист. Как мы познакомились с Жаком? Расскажешь об этом в своей истории. Ой, в своей трансляции. Сейчас еще тратить полчаса, чтобы рассказывать, как мы познакомились. Нига, привет из Уфы. Кстати, Леся из Уфы. Да, тоже. Кстати, у вот меня... это у нас общий. Кстати, у меня будет... Кстати, да, Леся, во-первых, вы из Уфы обе. Так. Видишь, ты слишком долго добиралась до центров нашей страны и проебал вспышку. Тебя подрезали. Так, я хочу твою версию в коротком формате, бро. Это что? Мини-Жак. Жак, какой твой любимый трек с EP Люли? EP Люли! EP Люли. Так, какой мой любимый трек с EP Люли? Любить людей такими, мафака. Башкиртостан. Башкортостан. Он сказал, ты поймешь, мафака. Конечно, я пойму, потому что... Слава Creative Minds, да, это лейбл. Ты русский, спрашивает у меня Castle Rock. Вообще нахуй такие вопросы. Как считаешь, Dorian Gray 2 будет лучшим твоим альбомом? Да нет. Нет предела совершенствования. Лучший мой альбом где-нибудь для через 15, наверное, выйдет. Я передумал уходить из игры. 2 плюс 5, блядь, он спрашивает. Что он ждет, что я ему скажу 7, и он скажет, что я долбоеб или что-нибудь в этом духе? Ты скоро белым станешь из-за этой погоды. Это точно. Я вообще в шоке. У меня уже и так лицо почти зеленого цвета. Да, это да. Я очень хочу быстрее куда-нибудь, где тепло. И мне нужно, короче, отдохнуть, потому что я заебался работать. Осел твой дед. Так, как настроение? Что скажешь на Кемерово? Не буду говорить о Кемерово вообще. Твой лучший альбом «Бездыханным». Спасибо за экспертное мнение. Английский не забыл, я его и не знал. Никогда не умею говорить на этом языке. Я вообще не шарю, что это за язык. Так, я вот понять не могу, почему ты к LJ не очень относишься. Пацан зарабатывает деньги. Блять, отношение к музыканту формируется не потому, сколько он зарабатывает денег, а потому, насколько то, что он делает, имеет отношение к музыке. Так, а как тебе трэпа? С трэпой тоже дружили очень тесно в свое время. Бля, сделай мне рекламу, я же бизнесмен. Блядь, бизнесмен так не изъясняется. Леся, я тебе немножечко рассказал бы о корпоративной этике и прочей херне, если у тебя есть какой-то запрос на рекламу. Ну, давай не будем об этом, детка. Блядь. Что? Да там. Что? Пишешь что-то? Нет, нет. Салам алейкум. Валейкум ассалам, дружище. А что, есть азербайджанцы здесь вообще? Я бы навар на ёх кому-нибудь кинул. Вали отсюда, говорит Серко. А откуда валить-то, глупая женщина? Может, ты свалишь из моей трансляции? Что думаешь по поводу Кемерово? Жак, когда мерч игра. Мерч очень скоро сейчас производится, зашивается. Так, ого, Гасанова М. Ну-ка, ну-ка, чему ты так удивляешься, Гасанова? Мне даже интересно. Не очень хочется фамильярничать, поэтому, может, лучше напишешь, как тебя зовут. Так, Young Father, как тебе, Илюмейт? Нормальный тип.
Нормальный тип. Я не пью. Это я отвечаю Марахову, если я правильно прочитал его фамилию. Ты в натуре испугал. Будет концерт в Киргизии. Не знаю, пока что, насколько я знаю, у меня не было заявок на выступление в Киргизии, поэтому не понимаю. У меня муж будет родом из Баку. Что значит будет? Тебе эта гадалка сказала? Здравствуйте, здравствуйте, что за дату? Или ты имела в виду, типа, будет родом из Баку, типа, что он родом из Баку? Если да, то это очень архаичное выражение. У тебя красивая жена и дочь. Удачи, Нигер. У меня, увы, больше нет жены. Вот. Но так в целом. Так.